проходит Всероссийский конкурс по истории «Диалог времен». В этом году тема состязания 350-летия со дня рождения Петра I. К участию приглашают российских школьников, начиная с 8 класса. Победители получат денежные призы. За первое место — 250 тысяч, за второе — 150 тысяч и за третье — 100 тысяч рублей. Задания составлены на основе школьной программы по истории и аналогичной олимпиадным. Соревнование пройдет онлайн в три этапа. В первом туре нужно пройти тест на 50 вопросов за 90 минут. Во втором туре — 10 заданий с открытыми ответами за 3 часа. В финале будет творческое испытание, его защита перед жюри и викторина. Принять участие в первом туре можно до 26 декабря. Если ты готов проверить свои знания, переходи на сайт конкурса и решай задание. Ссылка в описании.